Итак, всем привет, с вами снова Константин Калуцкий, и мы продолжаем следить за тренерскими перестановками в российском футболе, которых нынче очень много. Причем здесь вырисовываются целые цепочки тренерских переходов. Ну, например, Федотов отправился в ЦСКА, на его место взяли Вадима Гаранина из Енисея, ну а дальневосточный клуб тоже наверняка сейчас кого-нибудь подпишет. Возможно, кстати, и Алексея Березуцкого, который ушел из ЦСКА, будет тогда замкнутый круг. Ну а вообще хотелось бы отметить, что назначение любопытное, в чем-то, конечно, рискованное, потому что наставник не имеет опыта работы на уровне РПЛ, более того, появилась информация, что у него нет лицензии ПРО, и формально он тренером считаться не будет, официально будет один наставник, а фактически другой, но, знаете, это привычная тема для России, тот же самый Мусаев в Краснодаре официально долгое время не являлся наставником, был тренером Матвеев, мы помним Бердыева в Ростове. В конце концов, похожая ситуация еще и в Локомотиве, где есть Хапов, официальный тренер, а есть Компер, который фактически ставит команде тактику. Поэтому здесь катастрофы нет. Куда важнее, что на тренера рассчитывают. Есть информация, что лично Ротенберг выбирал наставника. И сам по себе выбор очень интересный. Давайте обсудим, как поменяется игра команды с этим тренером. Потому что общий разбор Гаранина как наставника я уже сделал. У меня уже был такой ролик, когда первые слухи были про то, что он возглавит Сочи. В конце видео, кстати, будет всплывающее окошко. С данным роликом можете его посмотреть. А сейчас мы обсудим, каким образом поменяется Сочи со своим новым тренером. Давайте на этом и сосредоточимся. Но сперва хотелось бы напомнить, что наш спонсор – компания BaldBet, и она предлагает специальную акцию для подписчиков моего канала. Если вы пройдете по ссылочке в закрепленном комментарии и зарегистрируетесь на сайте BaldBet, а также введете промокод, который также указан в закрепленном комментарии к этому ролику, то вы получите бонус – 3 бесплатные ставки. Дерзайте, ребят, это ваш шанс заработать деньги, ничем не рискуя. Итак, первый момент очень важный, который сейчас все упоминают, это новый стиль. Потому что Гаранин ставит смелый, я бы даже сказал, дерзкий футбол, атакующий, стремительный. И в итоге здесь, с одной стороны, будет определенное продолжение тех начинаний, которые были у Федотова. Потому что в прошлом сезоне Сочи стал более атакующей командой, чем был до этого. Поэтому уже Федотов готовил определенную почву под более наступательный стиль. Однако Гаранин в этом плане станет таким катализатором для данной химической реакции, для обострения, для более атакующего стиля футбола. Потому что Гаранин – это один из самых интересных наставников ФНЛ и один из самых атакующих тренеров нашей футбольной национальной лиги, как известно, лучшей лиги мира. Поэтому здесь будем ждать очень интересного и атакующего футбола от сочинцев. И в этом плане, наверное, команда будет все-таки отличаться от того, что есть сейчас. Даже если сравнивать с предыдущим сезоном, где, как я уже сказал, Федотов ставил более атакующий стиль, чем раньше, все равно разницу мы, скорее всего, почувствуем. Это будет и еще более смелая команда. Второй важный нюанс – это схема игры. Гаранин использовал расстановки в 3 центральных защитника, и такие варианты появлялись у Енисея. Но базовая расстановка – это 4 защитника, 2 нападающих впереди и ромб в центре поля. В принципе, под эту модель есть неплохие игроки у сочинцев. Есть опорник, способный играть в низине вот этого ромба. Есть футболисты более креативные, способные действовать повыше, но при этом не подниматься совсем высоко, например, Нобо, который может работать и в опорной зоне, и ближе к атаке, Юсупов и так далее. Ну и плюс на острие вот этого ромба может появиться, ну, например, тот же самый Бурмистров или кто-нибудь еще, или кого-нибудь подпишут, либо здесь может появиться Юсупов. И тогда вместе с Нобо в центре поля сыграет Ангбан, а Цалагов поглубже. Тут вариантов достаточно много, но все они достаточно удобные для Гаранина и его схемы игры. Может возникнуть проблема с нападающими, потому что по последней информации Касьера все-таки уходит в «Зенит».
Остальные нападающие Сочи не так здорово играют, прям скажем, и в результате получается, что с форвардами может начаться проблема. Но это уже задача для Гаранина, возможно, раскрыть каких-то новых футболистов. Так что поживем-увидим. Тем более, что переходя к еще одному важному пункту Гаранина, он точно будет доверять молодым исполнителям. Я напомню, что в свое время Гаранин возглавлял юниорскую сборную России, он прекрасно знает, как работать с молодыми футболистами. Футболистами. И вот сейчас он может стать для Сочи, в том числе и наставником для омоложения состава. Потому что в ближайшее время всем понятно, что перед Сочи не стоит каких-то сверхзадач. Сочи в силу разных причин не будет ставить задачу отнять чемпионство у «Зенита», да и они не потянут эту задачу, эту функцию. Во-вторых, мы видим, что сейчас нет особого смысла убиваться там за второе, третье, четвертое место. Раньше это отправило бы Сочи в Еврокубки, сейчас... Но сейчас это просто приятная позиция, которую можно занять. То есть в данный момент, в момент безвременья в российском футболе, можно попытаться омолодить состав, потому что это актуальный вопрос для Сочи. Тут много ветеранов, тут много игроков возрастных, на которых делается ключевая ставка. А здесь Гаранин может как раз подтянуть интересных молодых ребят, которые здесь выступают еще со времен «Динамо» Санкт-Петербурга, потому что, напомню, система клуба питерского «Динамо» перешла в Сочи вместе с молодыми воспитанниками. Кого-то еще подтянут. Руденко, может быть, там останется и прибавит при Гаранине. В общем, здесь вариантов много, их стоит обсудить, потому что молодежь интересная присутствует в Сочи. Федотов не то чтобы им не доверял, но Федотов делал ставку на опытных исполнителей, чтобы добиваться в том числе результатов, которые отправили Федотова в ЦСКА. У Гаранина таких пафосных задач, наверное, не будет, и он может спокойно сосредоточиться на омоложении состава. Возможно, это скажется на результатах, но ждать борьбы за выживание в Сочи, я думаю, не стоит. Еще один важный нюанс – это бескомпромиссность команды, потому что Енисей запомнился нам как коллектив, который громил соперников из российской премьер-лиги в Кубке страны и при этом не стеснялся идти вперед большими силами даже при счете 3-0. Там против Локомотива они шли вперед забивать четвертый. То есть здесь вполне возможно Сочи станет грозой авторитетов, как Нижний Новгород, например, в прошлом сезоне. То есть командой, условно говоря, середняком, но при этом способным покромсать любого топового соперника. И здесь, как я уже сказал, возможно, упадет общий уровень результатов, тем более, что конкуренция теперь уже будет очень мощная. В ЦСКА появился Федотов, Динамо продолжает укреплять состав и так далее. И вот Сочи здесь могут оказаться середняком, но середняком очень боевитым. Еще один важный нюанс, который хотелось бы упомянуть в контексте Гаранина, это то, что наставник, так или иначе, будет строить, наверное, серьезный и длительный проект. Для него Сочи – это шанс. Сочи – это возможность заявить о себе. Сочи – это шанс построить серьезный коллектив. И это будет достаточно длительный проект. То есть, опять же, не стоит ждать результатов, аналогичных федотовским, в ближайшее время. Но через несколько... Ну, не знаю, да, может быть, даже и не через несколько, а через пару лет Сочи, омоложенный Сочи с новыми футболистами, может выстрелить уже при Гаранине. При этом Сочи, скорее всего, будет делать ставку на достаточно активную работу при стандартах. Стандарты будут нарабатываться, и максимально серьезно здесь наставник будет работать над постановкой каждого стандартного положения, то есть будет много домашних заготовок, что было у того же самого Енисея. При этом очень высокая интенсивность игры будет у Сочи. Команда будет, скорее всего, активно прессинговать. В этом плане, опять же, будет серьезное отличие от федотовского футбола, который все-таки старался экономить силы своего ветеранского состава. Нобуа, там, Юсупова, всех остальных, Терехова, немолодого и так далее. Здесь, скорее всего, будет куда более интенсивная игра. И в этом плане очень важно, чтобы, во-первых, ветераны не перегрузились. Те самые, которых, так скажем, жалел, наверное, Федотов в свое время, работая в Сочи, не напрягал их излишним прессингом. Ну а возможно, опять же, вот эта интенсификация футбола Сочи, переход на более прессинговую работу, возможно, приведет к тому, что и состав будет как раз омолаживаться под данную структуру игры.
Также хотелось бы отметить, что Гаранин – это человек, который любит делать эксперименты, любит менять футболистов по позициям, и здесь, с одной стороны, мы видим продолжение линии Федотова, который там Заику мог перевести на фланг полузащиты, на фланг атаки в схеме 3-4-3 Терехова, перестроить с центрального на левого защитника Юсупова, отправить в атаку, а Бурмистрова, наоборот, перевести в опорную зону. Но здесь у Гаранина, скажем так, эти перестановки будут идти в рамках другой схемы, в рамках другой расстановки. Поэтому если тот же самый Заика, например, останется в Сочи, а не перейдет, например, в ЦСКА вслед за Федотовым, то мы можем увидеть этого игрока в роли, например, крайнего хавбека в схеме 4-4-2, который тоже периодически используется Гараниным, или вообще в центре нападения, чем черт не шутит. Он может пойти в том числе и на такие эксперименты. Так что нас ждет очень интересный проект в Сочи. Ждать от него результатов, аналогичных Федотову, не стоит, но смотреть на этот Сочи будет точно интересно, и матчи будут очень зрелищны.